Всем привет! Кто еще так же, как я, новичок в игре Dying Light Bad Blood? Вкратце расскажу, что да как надо делать, чтобы выиграть. Возможно, я запоздал с таким обзором, так как игре больше 3 лет, но все же. Первым делом, как вы появились в рандомном месте на карте, не ищите рассадника и не пытайтесь найти челов. Вы должны в первые 15-20 секунд уже найти абсолютно любое оружие и уже как можно скорее искать материалы. Старайтесь это делать как можно скорее и не бойтесь вначале потерять здоровье, потому что когда вы собираете материалы, у вас оно восстанавливается. Также, когда вы увеличиваете свой уровень, у вас увеличится урон и максимальный запас здоровья. В эту игру проще играть со своим другом, так как действуя вместе, у вас будет больше шанс победить. Для того, чтобы всегда выигрывать файты, вам нужно немного приловчиться. Если противник не ожидает, делайте огромный размах и бейте. Помните, что ваша выносливость не бесконечна. Если вы смотрите друг на друга, то никогда не бейте первым, так как он сможет парировать вашими ударами и быстро с вами расправиться. По ходу игры вы будете находить такие предметы, как гранаты, коктейли, мины, улучшения, луки, оружие. Если перед вами разрушитель или громила, его не обязательно убивать. Его можно просто отвлечь, а потом собрать материалы и уйти. Если вы видите блюющих зомби, старайтесь их убивать в первую очередь, так как они будут постоянно вам мешать. Старайтесь сразу пытаться поднять 5-й уровень скорее других. И когда прилетит вертолет, не идите туда как можно скорее. Постарайтесь залутать аэродром, так как в нем будет лежать пистолет или дробовик, который вам очень поможет выиграть. Я люблю играть агрессивно, и когда в ближайшее время поднимаю 5-й уровень, стараюсь всех убить, чтобы не было схватки с разрушителем на месте прибытия вертолета. Топ-3 лучших игроков будут написаны слева сверху. Чтобы выиграть, вам надо встать на поле, отмеченное дымом, и простоять там меньше минуты. Если противников не осталось, вам все равно придется туда бежать. Если за вами бежит игрок, то вы можете, не поворачивая камеру, оглянуться. Такой бинт можно поставить в настройках. Если какой-то человек от вас убегает или спрятался сверху, вы можете его убить, бросив в него томагавки или стрельнув в него из лука. Прокачанное оружие наносит больше урона или оставляет какой-нибудь эффект противнику. Синее оружие лучше иное. Оружие, которое вы носите, можно бросать.
Ugh.